надо дать должное небольшой работе, которую проделали и дирижеры, и руководители на своих местах. В принципе, коллективы были достаточно подготовлены, и все шло как. Человек не может жить без письменности и без культуры. Культура – это такая удивительная вещь, она вроде бы, она как-то незаметна. Вот мы живем, мы там питаемся, растем, а пока есть культура, все нормально. И вдруг, не знаю, умирает село, и мы видим, что там рушится церковь, и никто ее не восстанавливает. Вот церковь разрушилась, все, конец жизни. Сломали библиотеку, конец жизни. То есть это что-то такая, какая-то невозможно необходимая нить, которая нас связывает вот со всем, с пространством, с космосом, с Богом. Так что спасибо Кириллу Мефодию. Субтитры сделал DimaTorzok.